Привет, друзьяшки, с вами Леон, и сегодня очередной вложик. Вот, правда, честно сказать, я не знаю, что снимать. Вчера так вообще я день пропустил. Я сидел в основном за компом и монтировал, снимал. Я даже не знал, что в принципе можно было бы для вас еще снять. Вот. Сегодня, собственно, произошло небольшое авария. У меня полетел коммутатор на моем этаже, в моем подъезде, прямо на середине дня. Благо, успел выпустить для вас пару роликов, но интернета не будет у меня, наверное, до завтрашнего дня. Хотя есть запасной вариант, у меня мой хороший друг, некоторые его могут знать, это Шульц. Он работает как раз в службе, скажем так, техподдержки моего провайдера, то есть он всегда в курсе того, что у меня происходит с интернетом. Мы с ним уже один раз сидели, выясняли одни проблемы с интернетом были, когда я стримил. Вот, и сегодня я его буду ждать в гости после работы, а работа у него заканчивается в 12:00 ночи, то есть ночью придет вообще. Ну, мне-то ладно, что я полусова, полухрен, вообще пойми кто, и ночью не сплю, и днем не сплю. И вообще, хрен пойми, как я так живу. Вот. И мы с ним будем сидеть и смотреть этот коммутатор, почему он сдох. То есть мне сейчас полдня сидеть дома, я не знаю, что мне делать. Алена на тренировке, чтобы куда-то выбраться, что-то поделать, денег нету. Все работают, друзья. Короче, я сейчас просто буду один дома. Знаете, вот как фильм «Один дома» обитать в своей квартирке. Знаете, что самое позитивное? Я, наверное, немножечко консервативен в плане онлайн-просмотров каких-то фильмов или сериалов. Я не смотрю онлайн фильмы, я их сохраняю торрентом. То есть, благо у меня на жестком диске сейчас очень много сериалов. Я просто могу сесть и утонуть в них. Вот, ребята, вот это Саня. Всем привет. Всем привет, да. Уже час ночи, и знаете что? Я не пошел смотреть сериалы. Я пошел спать. Просто спал. Черт возьми. Только не пизди в подъезд, если кто-нибудь выйдет, они могут КПРФ вызвать, и всем пизда. Поэтому... В смысле? Тихое видео. Копов, типа? Скажи, да. Что там делаете, блядь? Провода пиздите, что ли? Они на полном праве, если я никакого удостоверения не предоставлю, они вызовут, и всем пизды. Пизда. Да что тихо это все делать? Ох ты ж! Офигенные приключения на ночь глядя. Ну-ка покажи эту связочку. Не нужно ничего. Нужно больше ключей. Лёхе, привет. Отдели от меня. Эй, привет. Когда полдня не было интернета, первое дело, что я делаю, я просто захожу на стримлиса. Нормально я, нет вообще. У меня дел скопилось за полдня. Это просто дофига. Меня здесь нет. Как твои дела, Лев? Скучно. Короче, ребята, я не знаю, скорее всего, этот делик будет нарезкой моментов аж с трех дней. Я понял, что если я весь день сижу, работаю за компом, то абсолютно ничего не происходит. И хоть я и говорил, что я буду снимать, если даже буду дома, я вам скажу,
Я бы не стал мучить вас подобными кадрами того, как я сижу, снимаю, монтирую, рендерю, еще что-либо делаю за компом, потому что, ну, это, мать его, просто банально неинтересно. Поэтому да, по мере возможности, по мере всего, что вокруг все-таки происходит интересного, я всегда это стараюсь снимать и монтировать в один цельный, хороший ролик. Вот. Поэтому сегодня что, мы едем забирать тортик, на который ребята, наши дорогие подписчики, вчера на стриме скинулись, и мы сделали заявочку, там прям будет тортик, и на нем будет написано 300 тысяч подписчиков. Это просто вот вкусненький такой тортик, вот, и это будет ваш тортик. Единственное, что жалко, что вот как бы через экран вы не сможете его скушать, ну блин. Это самое, наверное, обидное, потому что, по сути, это вот наш общий праздник и наш общий тортик. Вот. Почесалась? Да. Не, ну как бы всякое бывает, конечно. Ну, дети с дробовика на улицах, но это прям просто отдыхает вообще. Господи, это самоед. Ты нашла себе друга? Самоед? Ну да, порода так называется. Небольшие, белые, пушистые. Все они очень добрые. Очень лохматые. Это они, девушка, понимаешь? Золото, моя девушка. Девушка. Да. Мы зашли в кафешку Папа Джонс. Тут смотрите, какая классная. Просто вот. Вкуснятина. Нравится? Я обожаю холодный кофе. А еще я узнал, что у Папы Джонса был офигенный Камаро. И мы просто мимо автобусной остановки проезжали и увидела, как сидит женщина. Знаешь, она такая чисто ведьма. Ну, то есть старая какая-то алкашня, что ли. У нее мешок в руках просто вот так сидит. И что-то он немножко раздевался, оттуда котенок. Она его прямо вот так вот запихивает и мешок вот так вот держит. Мне это напомнил в детстве шок. Я до сих пор не могу, дрожь бросает, я это вспоминаю. Мешок котят был? Да. Ужас. Везла на водохранку. Минутка добра. Вот. Смотрим тут, короче, мультики Том и Джерри. О, мои любимые мультики. Наши любимые мультики, мультики нашего детства. Сейчас эти мультики детям заменили Маша и Медведь, мне кажется. Им больше Маша и Медведь показывают. Разве это не смешно? Это такой, знаешь, старый-старый юмор. Вот Тому постреляли в Тома, он пьет воду, и она у него через бока выливается. Да-да-да. Ну что, ребятки, нам, смотрите, принесли пиццу и перчик. Перчик, будем его кушать? Чего, у нас по? Наспор? Ну, съешь наспор? Я не знаю, что, зачем спорить, я просто его съем. Или нет? Ну, давай. Хавай. Вы хотите смотреть, как я мучаюсь? У тебя есть хоть чем запить-то его? У меня есть горький кофе, который у меня. Ты остался. Можешь сахар добавить. В смысле запить? Подожди, остро нельзя запивать. А, ну, молоком можно. Молоком, ну там есть молоко. Окей, там мороженое. Твою мать. Давай ты чуть-чуть, а? Чуть-чуть, Лев, твою. А, сука, я прям... Я его даже не откусил еще, он на языке. Он очень острый. Ёб твою мать. Сейчас, знаешь, как Том и Джерри просто... У меня красный буду и огонь изо рта. Может, все-таки не надо, Лёва, ну это... Так. Нормально, по 10-бальной шкале... Где-то 15. Ну, я просто уже... Пробовал острое. Ну, на 6 из 10 по остроте. В принципе, можно даже. Аж это. Это вытекло. Ладно, go хавать пиццу. Go хавать пиццу. Кошелек, молодой человек. Молодой человек, нужен ваш кошелек. Супер. So,
Что это у тебя в руках, Лев? Ну как ты думаешь, что у меня может быть в руках? Что угодно, от котенка. Это большой, шоколадный, вкусный торт, сделанный специально на заказ. 300 000 подписчиков, ребята. Вкусный? Не знаю, будем пробовать. С вишенками. Сейчас придем домой. Ну, пробовать его пока не будем. Наверное, сегодня сделаем стрим. Вот. И тебя прям, лицом прям в него, да? Ну, что ж, не надо. Ты же знаешь, что они потребуют. Они захотят твоих страданий. Не надо. У нас уже был пирог в лицо. Очень твердый, причем. Вампум с четвертой попытки только что-то оставил лису на лице. Вампу, оно лису и вампу там прилетело, и у них просто синяки такие на пол рыла были. Не надо, блин, больше такого. А это ты что, это слишком дорогой тортик, чтобы его в лицо кидать? Ну да, так-так. Надо кремовый какой-нибудь, мягенький. Да, да просто взбитыми сливками так на деревянную доску. Ну что, ребятки, вот мы и дома, и давайте посмотрим поближе на этот замечательный тортик. Вот он. А еще можете посмотреть на замечательную, красивую Алену, какая она просто вот... Ладно. Ой, фига, как шоколадом пахнуло. Пахнуло, да? Понесло прямо. Я уже немножко попробовал это. Чуть-чуть. Покушись. Давайте посмотрим. Так вот. 300 000 подписчиков. На огромном тортике. На огромном тортике. Слушай, не слишком много шоколада, а? Ну, кто-то же должен будет это съесть, правильно? Вишня-коктейль. А, знаешь, у нас какая еще вишня осталась? Ну-ка, подержи. Держу, дорогой мой. Вишня. Вишня, вишня. А прямо в шоколаде. Чисто вот наш. Свою, это, внесем. Миндаль. Свою лепту в это все. Вот так вот берем. И вот так вот. Немножко впендюрю это. Да. Шо? 4 года учился на кондитере, а я не слышал. Ну и вот, значит, с нашей легкой подачи немножко принесли свое. И, возможно, это был перебор. Но было и так хорошо. Так-то да. Лучше мы не сделали, возможно, даже хуже. Но, тем не менее. Главное, что внесли свой вклад. Главное, внесли свой вклад, да. Вот. Ну и, ребятки, сегодня у нас будет на основном канале стрим. А в честь этого знаменательного события, вот, всех вас приглашаю. И в холодильник. До стрима. А на стриме мы его уже будем кушать. Тогда просто я сделаю. Ложечку за первого подписчика, ложечку за второго. И так 300 000 ложек просто. До диабета. И до диабета, блин, просто.